Когда в конце марта было образовано движение общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», к нему сразу же подключились тысячи горожан. Они провели сотни встреч, на которых выдвигали инициативы по развитию городского округа. Все предложения размещались на сайте движения «Мы Мытищи.ру». Путем голосования на портале определялось, какие из них необходимо реализовать в первую очередь. Одной из таких инициатив стало благоустройство двора у дома номер 47, корпус 2, по Новомытищинскому проспекту. Ее поддержало значительное количество горожан. Территория была включена в муниципальную программу формирования современной комфортной городской среды. И уже в начале июля во двор заехала техника. Начались строительные работы. Мы видим, что не хватает элементов на комплексе, двух горок, и положить резиновую плитку. Все этапы вместе с активными жителями контролировал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев во время рабочих поездок в Мытищи. Обсуждали каждую деталь. Новомытищинский проспект, 47, корпус 2. Здесь жители обращались с инициативой об установке новой детской площадки, потому что вы сами видите, что ее просто не хватает, она жизненно необходима. Во дворе установили современный игровой комплекс для детей с резиновым покрытием. Также восстановили пешеходные дорожки, провели озеленение, поставили новые скамейки. Работы завершили меньше, чем за месяц. А теперь, да, вот детям интересно. Я смотрю, вот как бы для всех возрастов, и для больших, и для маленьких. Очень удобно. Новый игровой городок сразу пришелся по душе. Еще до открытия на площадке собралось много детей из ближайших домов. Она прикольная. Мне она очень нравится, потому что там есть завитушка. Мы вчера сидели там под дождем. Нам очень весело было, но испугались грома, а так могли бы там и сидеть. Татьяна Карпенко – коренная мытищенка. Она одна из тех, кто выдвигал инициативу по благоустройству этого двора. Само движение было создано сравнительно недавно, но уже результаты видны сейчас. И вот пример – эта площадка. Не успели жители объявить инициативу. Как только было создано на сайте объявление, сразу началось активное голосование. И мы говорим большое спасибо, что площадку сделали в кратчайший срок. И, конечно, для любой мамочки, особенно с маленькими детьми, очень важно, чтобы рядом с домом была площадка, где можно было бы безопасно и спокойно с детьми и гулять, и отдыхать. Домовая территория стала совершенно красивой, уникальной. Посадили кусты, деревья. Конечно, вот хочется, чтобы в каждом дворе были вот такие детские площадки, спортивные площадки, облагороженные территории, хорошие пешеходные дороги, потому что люди хотят перемен. Перемены этим летом придут и в другие дворы. Сейчас сразу по нескольким адресам продолжается благоустройство территорий, строительство новых детских площадок. Все проекты реализованы вместе с жителями и благодаря их активности.